Просто офигенно. Флешка, которая слепила в основном только Дэна. Так, убивает первого. Он, правда, поймал неплохо так урона. Ладно, опен был дан. Так, заход. Ну тут. Что он так именно залетел криво. Нормально. А, ну типа с пачкой пошел коннектор. Ясно, понятно. Что там делает? Ой, блядь! Точнее, этот вопрос, что его, блядь, тиммейты, сука, делают. Ёб твою мать! О, блядь. Это чувство, игра будет охуенно, блядь. Блять, что это за болик был? Блять, чё твоя проблема просто? Так, а, Дэн сбыхался, пожалел. Сука! Только так можно же, блять. А, боже. Сука. Ой, я померла. Просто вдвоем так в линию удачно встали. Первый пункт пиздюль, и второй тут же мгновенно пункт пиздюль. Так, смотрим на разыгровку, так. Оп, отлично. Так, и последний тир. Так, оп, кичит. Оп, заметил. Так. Отлично, кто кого. Так, встал за хладос. Так, флешка. Ну все. Ну тут тех, кстати, он делает так правильно. Ебать. Вот это... Нет. Если бы КТшник был, блядь, в руках не Молика, а СГшка, то, возможно, бы сейчас тер бы... Летел бы в помойку. КТшники в этом плане хоть умные, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. О, да тут парень хотя бы умный, он сразу выходит с прицелом на оппонента. Но время остается уже очень мало. Опа, вот он последний. О. Ну, армор дорого как бы, поэтому получает пулю в голову с блока. Слышит окно. Ну, сейчас надо джангл залезть. А, нет, джангл уже контроль. Лучше не залезать. Ну, КТ-шка тоже должен быть, понимание, что последний был на Б. Чтобы понять, нет ли кого в пункте. Так, убивает одного. Ну, по последнему особо вроде инф и нет, потому что, ну, возможно, тот чел и топал в окне, который он сейчас убил. Ну, Дэн. 13-10 секунд, 1 хп. Ситуация крайне дерьмовая. Времени уже особо нет. Блять, ну надо выигрывать этот раунд. Неплохо, неплохо. Так, ну и куда ты пошел? У тебя пачка валяется в яме, куда ты пошел, ты идиот. Ой, да. Так, окей. Блять, ну твою мать. Блять. Как это развидеть, блять? Тип с головы прыгает между. Перед ним тер начинает просто у дефолта ставить пачку в открытую. Ему по барабану он идет в яму. А тем временем тер меняет девайсы у ямы. Блять. Это какой-то пиздец. С кем закрутом самое то, тут как раз занять под паласами, тут убегают. Блять, я не знаю, как это, блять, работает. Так, Дэн, не пикай, блять, ёпаный. Блять, да прицелись ты ему в голову, господи.
Ой, блядь. А, там чел в спину зашел. Хер такой, да ну тебя нахер. Изыди. Демон. Ой, блядь. Так. Перестрелка в смоки. Так, кто кого? Ну все, подмога подошла. Вот два-то дигла. Изи, сейчас убьем тут по девятый. Боже, как-то они зажимаются с ним. Блять. Пошел. Ой, пистолет каким-то чудом забирается. Дэн пошел на аплент, и при этом на Б опять никого нету. Абсолютно никого. Вот она, эта игра, где на Б планете просто его не существует. Вот. Просто мое понимание, как выглядит карта вот у таких вот сильверов. Она вот как-то вот так вот выглядит. Вот просто вот этого куска не существует. Вот есть Б-хаус, и можно из него пойти в Андер в мид. Все. Но на Б нельзя идти, не... Б-сайда не существует. Так, ну ладно. Па. Оп, забирает оппонента. Второго. Отлично. Перезаряжает, и ситуация 2 в 1. Есть инфа, что есть тип на шорте и в миде. То, что, ну, тип с мида кидает флешки. Слышно слева оппонента. Так, убивает его. Ну и все, пушить не надо, Дэн. Дэн, блядь. Пуля, да попанит. Посмотрел на девайс, так. Надеюсь, Дэн не будет пикать его. Дэн, блядь, зачем? Просто зачем, блядь, ты его пикнул? Окей, все, пачка выбита была в паласа. Правда, пачка будет отдана, и пачка будет поставлена на Б, ну ладно. Все, минус на меде. Последнему инфы нету. Но была инфа по пачке. Бомбка с бинплантом. И куда Дэн пойдет? На плент? Серьезно? Какой пизду апленты, ну серьезно. Где-то даже. Инфы по сту нету. Хотя может с деф на морозе. Просто на похуй. Просто задефал. Выходит тер, Дэн его сливает. Кстати, там Дэн уже почти 30-ху набил, нахрена себе. Как бы... Главное правило в КС, хочешь выиграть, бей 30-ху. Так, ну и Дэн решает все-таки на Б-план пойти. На месте Дэна, я бы не знаю, я когда бы этот Б-сайт играл. То, что у меня в команде 4 долбоеба, которые хуй знает что делают, лезут в четвером окно, блять. Пиздец. Авик по итогу проебывается по всем таймингам. Походит первый. Дэн его кое-как убил. Релоуд. Последнему инфу особо нет, особенно по чуваку из Андера, пока я его пушил. Опа, увидел. И получил по щам. Что тиммейты Дэну там тем временем делают? Так. Понятно. Так. Опа. Это надо спрей нанести. Ставится бомба. Да, ну, умирает. Кое-как игра, конечно, была до конца выиграна. Ну ладно.